Роковая судьба Анастасии Заворотнюк. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани, окончила школу студию МХАТ. Всероссийскую любовь ей принесла роль няни Вики в семейном сериале «Моя прекрасная няня». Заворотнюк вела развлекательные программы, выступала в качестве жюри в разных телешоу. У Анастасии Заворотнюк остались 3 детей. Брак с первым мужем продлился около года. Во втором браке она родила дочь Анну и сына Майкла от бизнесмена Дмитрия Стрюкова. С партнером по съемочной площадке Сергеем Жигуновым их связывали не только рабочие отношения. Пара встречалась в течение 2 лет. В 2008 году Анастасия вышла замуж за фигуриста Петра Чернышова. Спустя 10 лет актриса родила дочь Милу. А фанаты заметили роковое совпадение с судьбой Жанны Фриске. Обе они боролись на кастинге за роль няни Вики. Обе родили в позднем возрасте. Жанна заболела раком сразу после поздних родов. Поклонники тогда испугались, а не повторит ли Заворотнюк судьбу коллеги по цеху. Анастасия родила в 47 лет, когда организму потребовалась сильная гормональная стимуляция для выработки яйцеклеток. По мнению врачей, это могло стимулировать рост раковых клеток. С лета 2019 года она прекратила сниматься и перестала появляться на публике, а весной 2020-го стало известно, что у артистки рак головного мозга. Прощание с Анастасией Заворотнюк состоится в Покровском монастыре Москвы. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище 1 июня. Артистке было 53 года.